Dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju fudbalskog kluba Spartak Ždrepčeva krv. U petak, 21. oktobra, fudbalski klub Spartak dočekaće fudbalski klub Partizan na gradskom stadionu u Subotici. Utakmica počinje u 20 časova. Tim povodom, pored mene danas, kao i uvek, šef stručnog štaba Spartaka Aleksandar Kežakov, pomoćni trener Spartaka Đorđe Tutorić. Prepuštam reč, izvolite. Я думаю, нет смысла представлять завтрашнего нашего соперника. Нема потребы да представляем сутрашнего противника. Все прекрасно знают, какого уровня эта команда. Все совершенно знают, какого квалитета противник. Какого уровня футболисты в этой команде. Также, наверное, каков квалитет код играча. У нас было достаточно времени, чтобы изучить соперника, подготовиться к игре завтрашней. Имали мы довольно времени, да се припремим и да изучим противника и начин, на который они играют. Мы прекрасно представляем, что завтра нас ждет очень сложный, тяжелый, трудный матч. Али, свакако нас очекует одна тяжкая и сложная утакмица. Но тем он и интересен. Тем и интереснее это. Да, интересно. Биче свакако интересна утакмица. Я надеюсь, что мы покажем хорошую игру. Надеемся, да ćemo показать добрую игру. Надеюсь, что завтра будет хорошая атмосфера на стадионе. Свакако очекуем добрую атмосферу на стадионе. И все, кто придет на игру, получат удовольствие. И свакако дойдет на утакмицу, верим, да će biti zadovoljan. Hvala vam lepo, na kraju ćemo svakako pozvati navijače da podrže Spartak sa tribina. Ukoliko niste nabavili kartu na vreme, moći ćete to da učinite od 17 časova na blagajnama stadiona. Sretno na utakmici i vidimo se. Hvala.